есть глинтвейн, говорят, всего полтос за порцию. Каждый, кто не пьет глинтвейн, предает родину. Это была рекламная пауза, извините. Для тех, кто не понял, в баре есть глинтвейн, всего полтос порция. Кто не пьет глинтвейн, продает родину. Это была рекламная пауза. А порция-то сколько? 0,5? Миллиграмма. В левую, в правую. У тебя они здоровые? Ладно, шутки шутками сейчас. Это будет такая особая тема. Дело в том, что оживлять покойников вообще-то дело неблагодарное. Но однажды была такая штука. Одному другому человеку приснился сон, в котором произошли два персонажа. Одного персонажа звали Виктор, второго Егор, Игорь Федорович, которого он больше знает. И они во сне, ну, очень долго ему что-то говорили, вычитывая его сознание, каждый своей лопнуть. В результате всего, как бы, обладали некоторое посвящение на практикование вот, музыки и пения, связанные с ушедшей вообще эпохой как бы, русского рока, кстати. Недавно умер еще последний представитель как бы, когорты, после которого его звали Сергей Белоусов. Вот. Теперь можешь оставить, она брендированная. Вот. Его звали Сергей. Ну, как я уже говорил. Сейчас мы сказать заканчиваем. Пояснение такое, на самом деле. То, что вы сейчас услышите, оно никоим образом не является шуткой. Вот. Или там сатирой, как выражает мнение, на самом деле. Вот. Сейчас пока вот немножко готовится сцена. Вел я к тому, что явление под названием «Русский рок», оно закончилось как таковое. Потому что, ну, последний представитель, как бы, причем. Еще немножечко начинаем. Когда он остался на правильную волну. Вот. Все, кому это не подойдет по норму, просто встают и выходят, ладно? Главное не портить как бы вечер, потому что это, ну, некое священное действие. Вот. Ну, если кому насрать надо, то насрать. Что с этим сделаешь? Вот. Сейчас ребята закончат. Вот. Они играли хорошую музыку в стиле Sex, Drugs и Double Pink. У нас сейчас цель привлечь духов, а не разогнать их. Хлопки духов пугают, если кто не знает. Вот, поэтому, если хочется что-то сделать, но лучше сделать небольшие подношения. Но, вот. Ну, насколько удачным окажется наш опыт, покажет время. Время. Причем время, наверное, не менее чем полгода, чтобы появились все как-то.
я остался тут один. Ничего подобного, я здесь. В круге света. Черная магия в круге света, да. Ну что, здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики. Пальчики. Алексей, пора. Теперь вот немножко тишины, и мы начнем. Thank you.
новички, да. Лишь поначалу слегка будет больно.
Thank you.
Зазвучит.